Всем привет, меня зовут Соф, и добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я расскажу о том, как я сбегала из дома. Сразу скажу, что у каждого из моих побегов был разный мотив. Начну, наверное, с того, когда я совершила свой первый побег. Это было в 10 лет, тогда умер мой дедушка, и это был очень сложный период для всей семьи. И тогда я ушла из дома, я уехала на велосипеде, и целый день где-то была. Вернулась домой просто потому, что попала в неприятную ситуацию, а именно мой велосипед упал в канаву, и мне никто не помог. А мой брат, он просто уехал домой и всем сказал, что он без понятия где я. К тому же он уже закрыл калитку и ворота. И тогда еще я помню, что в тот день я ночевала на улице, во дворе у своей бабушки. Конечно, это было в наказание, и было очень холодно. Но после этого я не сбегала. Следующий случай был в 12 лет. Тогда я начала увлекаться сатанизмом, оккультизмом. Я начала совершать различные ритуалы, и у меня было такое же окружение моих единомышленников. И я помню, как в 12 лет я сбежала на кладбище для проведения каких-то своих там ритуалов. Честно скажу, что это было очень глупо, потому что кладбище уже закрытое, и, там даже нет охраны. И мне кажется, что со мной могло бы что-то случиться, потому что я была там одна. Я, правда, никого там не встретила из людей. А дальше. Третий раз я сбежала из дома, когда я поссорилась со своей мамой. Мне было 13 лет. Но я также вернулась домой, но это было уже глубоко ночью, может быть, полночь где-то. Я просто хотела протестовать. Мне было очень обидно. Сразу скажу, что я никогда не сбегала так, чтобы уйти вечером, вернуться утром, просто потому что мне было страшно. Но на какую-то продолжительную часть дня мои побеги были. Либо они были в какие-то странные места, как кладбище. Вот. На этом все. Сразу скажу, что в 14, 15, 16 лет никуда не сбегала, и мыслей у меня даже таких не было.